Коми отечественные разработки приходят на смену импортным операционным системам в органах власти. Так в республике заместят импортное программное обеспечение почти на 10 тысячах рабочих мест госслужбы и их подведомственной сети. Это 23 органа исполнительной власти региона и 312 организаций. Об этом на заседании правительства Коми рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Антон Слободенюк. По требованию регуляторов информационной безопасности, в первую очередь будущим году на отечественное программное обеспечение перейдут объекты критической информационной инфраструктуры. Администрация главы Коми, Минздрав, Минфин, Центр информационных технологий и Минцифры, включая их подведомственные учреждения. В 2025 году и в начале 2026 года перейдут на отечественное программное обеспечение остальные органы исполнительной власти республики.